Ребятки, всем привет! Как вы поняли по названию видео, сегодняшний мой влог – это распаковка. Распаковка большая и интересная. Получила два пакета. Сначала получила один, но его оставила. Думаю, подожду второй, чтобы сделать видео. Два пакета. Сейчас это все вывалю на стол. Сайт Temu. Очень похож на AliExpress. AliExpress я уже перестала пользоваться, потому что товары идут очень долго из Китая. Там приходится ждать 3-4 недели. Этот сайт, вот я не уверена. Ребятки, кто заказывает товары с этого сайта, скажите мне, откуда этот сайт? Вот я когда получаю посылочку, то адрес написан американский. Я думаю... Ну, не знаю, я не уверена. Напишите, кто знает. Товары, конечно, китайские, но адрес, вот откуда приходят посылки. И посылки приходят очень быстро. То есть это, понятное дело, идет не из Китая, а из Америки. Ладно, сейчас это все выкладываю на стол и буду вам показывать, что я заказала с этого сайта. Сайт очень популярный. В последнее время только им и пользуюсь. Одно время пользовалась Shein. До этого был AliExpress, потом Shein, но я перешла на вот этот сайт Temu, очень он мне нравится, товары хорошие, качественные и цены копеечные, просто копеечные цены, тем более в соответствии с нашими зарплатами. Я наслаждаюсь своим утренним чаем с овсяным молоком. Перед тем, как начать делать распаковку, хочу, девчонки, вам сделать отзыв. Вчера купила вот такие вот масочки корейские для лица и вот такой крем для рук. Это что-то обалденное, особенно маски. И крем мне, конечно, очень понравился. Вчера сделала масочку, смотрела телевизор, лежала, балдела. Маска — это вообще просто что-то необыкновенное. Лицо после маски, я полежала минут, наверное, 20 с этой маской. Вот эта жидкость, которая там, ну, знаете, внизу остается, я намазала на шейку. Вообще обалдеть. После сняла маску, пошла в душ, все это смыло, лицо как у младенца. Так что, девчонки, советую. Вообще я никогда, конечно, не разочаровывалась в корейских масках. Какие бы я ни покупала, у меня были и с огурцом, и с алоэ, и с этой с улиткой. А вот это новое для меня молочные маски. Здесь 10 штук, я уже показывала в прошлом своем видео, 10 штук за $6. Цена такая классная, но они реально классные, они реально работают. Лицо как мраморное, как у младенца. Вот такие вот молочные корейские маски. Кремом тоже осталась очень довольна. Крем из улитки. Ах, я его уже оставила в комнате. Не хочу этот крем идти брать, потому что муж спит в спальне. Вот такая вот коробочка. Крем классный. Тоже стоит, посмотрите, $4. Корейская косметика — это всегда класс. Ну что, переходим к обзору моих покупок с сайта Temu. Я цены буду писать. Сейчас я это все не помню, когда буду монтировать видео. Цены буду писать под каждым товаром. Цены будут в долларах. Вот так. Много-много чего она заказывала, много чего нужного, много чего интересного. Но, как я уже сказала, цены копеечные. Так, с чего мы начнем? Первый товар с этого сайта. Заказала себе вот такие вот диски. Диски для смывания косметики. У меня большая бутылка стоит, жидкость для снятия косметики, такой памп, знаете. Решила заказать себе вот такие вот диски. Что интересно, что их можно стирать. Мягенькие-мягенькие, но это не хлопчатобумажные. Ну, попробую, слушайте, за такие цены. И к ним идет вот такой вот мешочек.
их можно... Ого, какой большой мешочек здесь. Даже можно нижнее белье стирать. Мешочек лучше, чем сами диски. Их много. Вот так, такой большой пакет. Ну, попробую. Качество я, конечно, ожидала, если честно, лучшего. Ну, попробую, когда будет... Они очень-очень мягкие. Я пользовалась одно время, ну, этими влажными салфетками. Ну, как-то что они мне разонравились. Так что буду пользоваться вот такими дисками. Классно, что их можно стирать. Так, дальше. Следующая моя покупочка. Заказала перчатки для кухни. Это очень нужное дело. Я очень люблю готовить, много готовлю. Вот такие вот перчатки. Ну, я думаю, каждая хозяйка знает, что это такое. Знаете, когда маринуешь курицу, маринуешь что-то, ну, не хочется рукой туда залазить. А вот эти, обычные резиновые перчатки, ну, как-то не использую. Я не люблю их использовать, поэтому заказала вот такие вот. Вот такие вот одноразовые тоненькие перчатки для кухни. Это очень нужное дело. Здесь их сколько здесь? Ого, их здесь много. 1, 2, 3, 4, 5 вот таких вот упаковок. Понятное дело, что если покупать их в магазине, они намного-намного дороже. Так, дальше. Где мои очки? Заказала вот такие вот носочки. Это я смотрела видео, опять же, на YouTube. Смотрела видео, как ухаживать за пяточками. У меня проблема, девчонки. Одна пятка абсолютно нормальная, другая пятка очень сохнет. Не знаю почему, не знаю, как так, но как есть. И смотрела видео, увидела, что женщины используют вот такие вот носочки. Это на ночь. Они специальные какие-то вот такие, с какой-то такой, знаете, прокладкой резиновой. Ну, попробую. Носочки. Я очень не люблю спать в носках. Мне они мешают. У меня муж вообще обожает спать в носках. Я никогда в носках не сплю. Они мне мешают. Ну, вот я, наверное, на одну пятку буду использовать вот такие вот носочки. Смотрите, какая прелесть. То есть, эти пальцы открыты. Мягенькие. И к этим носкам заказала средство для смягчения пяток. Два средства вот таких вот заказала. Опять же, цены на этот напишу, на это средство. И на это средство напишу цены. Средство для пяток с... Как же это называется? Это вообще прямо так красиво запаковано. В общем-то, что-то какое-то с... Забыла, как это называется. В общем-то, что-то туда входит. А, урея. Вот, урея. И мне что понравилось, что вот эти вот два средства, они как карандаш. То есть не надо, знаете, когда мажешь руки вот это в этой... Об этом креме остается. А это именно мажешь как карандаш. Вот такие вот два тюбика. Сейчас открою вот это. Вот хочу посмотреть. Одно, по-моему, совсем-совсем дешевое. Но мне понравилось, что вот это в обоих, вот это урея. Второе немножко подороже. Но опять же, цены не помню, напишу. Так, это так красиво прямо запаковано. Коробочка красивая. Буду лечить свою пятку, которая постоянно у меня сохнет и даже иногда трескается. Вот тоже этот как карандаш, видите, розового цвета. Буду пробовать сегодня на ночь. Намажу, одену носочек. Буду лечить свою пятку. Дальше, как я уже говорила, заказала много товаров.
много интересных, полезных, нужных товаров. У меня сейчас какая-то тема, вот особенно на кухне, тема подсолнухов. Смотрите, у меня стоит вот такая вот прелесть на столе. Вот такая вот вазочка маленькая с подсолнухами. Обожаю подсолнухи, они искусственные, но так украшают вот эту нашу комнату, столовую комнату. Увидела на этом же сайте тему, вот такую вот прелесть, посмотрите. Посмотрите, ребятки, тоже с подсолнухами. Это подставки под горячие, под чашки. Честно говоря, я думала, что они будут потолще, совсем-совсем тоненькие. Ну, вот эта вот подставка, мне сама вот эта подставка нравится. Можно, знаете, увижу, когда что-то красиво, можно будет еще там 4 штуки купить и сюда вниз или наверх положить. Ну, я купила из-за ромашек, тоже вот сюда рядом поставлю с этими своими ромашками. Это нужная вещь. Знаете, когда что-то горячее, чтобы не ставить на стол, это очень-очень нужная вещь. И красиво смотрится. Сколько здесь штук? 3, 4, 5. 6 штук. 6 вот таких вот штук. Они у нас называются, по-английски называются coasters. Это показала. Дальше. Идем дальше. Ну и... в эту же тему заказала соль и перец. У меня почему-то на кухне, знаете, соль и перец такие, которые, ну, так вот, их надо, ну, вы поняли, крошить, да? Заказала, думаю, почему у меня нет? У меня были какие-то они, я их выбросила, они старые, у меня были с долларового магазина. Вот решила в эту же тему, в тему подсолнухов, решила заказать соль и перец. Ну, эту, которая солянка и перечница. Прямо в такой коробке они запакованы. Так, давайте посмотрим вместе с вами. Ой, какая прелесть! Вот солянки уже вижу. Что вот эти, конечно, ну, слушайте, заказала, значит, я думала, что они... лучшего качества будут, они просто какие-то как толстые, как картон. Я думала, что они деревянные будут. Ладно, заказала. А солянки уже вижу, что классные. Обалденное качество, ребятки. Посмотрите, тоже с подсолнухами. Здесь соль и S и P, перец, соль и перец. А и вот здесь еще написано salt and pepper. Класс! Вот эти... Мне нравится, что здесь стекло, да, видно, что это соль и перец. Вот эти обалденные. Цены не помню. Напишу, как подходит. Смотрите, у меня на столе вот такая вот красота будет. Вот эти, конечно, если белые... Я искала белые под вот эти... Под вот эту солянку. Вот такая вот прелесть у меня будет на столе. Так, дальше. Вот этой покупкой очень довольна. Дальше. Ну, давайте, вот это вот взяла в руки. Давайте это мы с вами и распакуем. Шопер. Очень люблю шоперы. У меня есть один. Я давно уже с ним хожу. Такой коричневого цвета. Удобный. Я и на работу с собой беру. Ну, вот увидела вот такой вот шопер. Нью-Йорк, Манхэттен. Буду на работу ходить. Класс, правда? Очень-очень простая ткань. Ну, хорошее качество. Я уже вижу, я уже на ощупь чувствую, что качество хорошее. Опять же, за такие цены. Посмотрите, какая прелесть. Вот такой вот шопер. Тоже этой покупкой довольна. Дальше. А что это? А, нет, это еще не последнее. Ну, конечно же, не могла не заказать какую-то бижутерию. Уже не помню. Я даже не помню, что я заказывала. Ну, так поняла, что понимаю, что это...
бусики. Такие вот белые бусики. А так как я заказывала, в прошлые разы заказывала бижутерию, поэтому, знаете, когда на этом сайте что-то выбираешь, они тебе советуют. Ну, наверное, они мне понравились. Не, качество неплохое. Много, очень много бижутерии. Она заказывала уже с этого сайта, и в основном я довольна. Ну что, померяю? Ну, на лето такие вот интересные белые бусики. Мне нравятся. Симпатичные. Что вы скажете, девчонки, мальчишки? Как вам мои новые бусики? И это уже последние покупки. Да, две пары серьги. Но серьги очень необычные. Так как я работаю в ресторане, ресторан-бар у нас, я очень много делаю. Я и официантка, я и бармен, барвумен, бартендер. У нас по-английски говорят бартендер. И для женщины, и для мужчины. Так как я очень много делаю коктейлей и очень много времени нахожусь именно за баром, заказала вот такие вот. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот такие вот сережки. С, ну, бутылка короны, бутылка пива. По-моему, очень оригинально будет на работу ходить. Ну, конечно, не с этими бусами. На работу ходить с такими, в таких сережках. Класс. И вторая пара. Ой, мне так нравятся вот эти бусики. Классные, очень мне нравятся. И вторые серьги. Водка Абсолют. Смотрите, какая прелесть. Сегодня на работу пойду, наверное, вот в этих. С пивом. А завтра пойду с водкой. Все, ребятки, вот такие мои покупочки. Я думаю, интересная была распаковка у меня сегодня. Так что не забудьте поставить лайк. Я очень буду вам благодарна, пишите комментарии, ну, конечно же, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Пока-пока, мы с вами увидимся очень скоро в следующем видео.